Всем добрый вечер. Компания Darkman рада приветствовать вас. Так как многие из вас не могут приехать, мы своими вечерними эфирами прилетаем к вам, чтобы помочь вам сделать заказы. Находимся мы в городе Стамбуле. Наша фабрика Darkman производит женскую одежду больших размеров более 40 лет. Продаем мы свою продукцию оптом в 4 наших магазинах, 2 из которых находятся в Лалале, 1 магазин находится в Османбее, а также интернет-магазин. Для информации, пожалуйста, пишите нам в Инстаграм сообщение на канал, который вы просматриваете. Для заказов же мы прикрепили под нашим прямым эфиром сообщение, где указаны номера телефонов, где просто сделать заказ. Здравствуйте всем, как Надя сказала, у нас 4 магазина, везде одинаковый товар, успейте делать ваш заказ, кому где удобнее, везде одинаковые цены, один товар идет, ждем заказки, получили горячие пирожки, değerli misafirlerimiz, herkese iyi akşamlar, satışlarımız toptandır. Fiyat bilgisi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz ya da internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.darkmanshop.com. Дорогие наши любимые клиенты, а также от компании Darkman, огромное спасибо за комментарии, за теплые слова, за звонки. А также я хочу сказать, у нас магазин работает с 8 утра до 8 вечера. Поступление товара у нас происходит с утра до вечера. Так как многие не могут приехать, мы представляем новинки, а также повторчики, которые вы не смогли купить, показать в прямом эфире. Так что поехали. Новинки и повторчики. Сегодня целый день спрашивали костюмы с длинным рукавом. Пожалуйста, первый костюм. Полная длина рукава, удобный капюшон. Внизу у нас брюки на резинке, в серии 2 штуки. Комбинированная ткань. Поближе ткань. Мастерка также у нас на резинке. На модель одет первый размер. Нашу модель зовут Елена. Рост у нашей Елены 1,76 м. Объем груди 95, талия 72 и бедра 104. Следующая наша модель – Руксандра. Рост 1,75 м, объем груди 90, талия 74 и бедра 102. Представляем вам вторую расцветочку. Здесь у нас идет штапель. Очень приятное, нежное качество. Хочу вам добавить, что у нас штапель непрозрачный, картон хлопок тоже непрозрачный. Состоит у нас моделечка из бомбера и вот таких вот брючек. В серии 2 штучки, единичка, двойка. Как все говорят, я с ними полностью согласна. У нашей компании самые шикарные плащи. И вот один из них. Также, как я и сказал, повторчики. Получили плащ. На повторчике, в 3 расцветочках, очень идеально. Здесь у нас идет плащевочка, мягкая, приятная. Моделька трапеция. Очень красиво подол сделан вот такими вот рюшечками. Также интересная вот такая вот сжаточка идет. Здесь у нас идет точной рукав, полный рукавчик. Удобный на кнопочках. Бока. Также представляем вторую расцветочку. Вторая расцветка в черном цвете. Самый яркий цвет, да, Петр? Самый фосфорный расцвет. На спинке вот такой рисунок, накат. И стразика. Обратите внимание, что кнопочки функционируют, а где блестки? Это аксессуары, они съемные на клипсе. Также я вам покажу третью расцветку. Это у нас хаки. Ближе. Здесь у нас идет плащевочка. Очень мягкая, приятная. Интересно сделано вот такой накат и страз. Очень красивое сочетание.
также на шнурочках, заметьте. Очень хорошее, красивое соотношение. Моделька состоит у нас из двух штучек, единичка, двойка. Это повторчики, буквально получили свеженькое, в трех расцветочках. Кто не приобретал, делайте скриншот и заказывайте. Кого интересует стоимость, любая другая информация, пожалуйста, пишите нам сообщение в Instagram того канала, на котором вы просматриваете наши видео. Все видео мы сохраняем, а этот чудесный плащ оверсайз. Накат из бархата, спущенный рукав. И обратите внимание, какие разрезы интересно сделаны. Такой силуэт и очень хороший объем. Под брючки как подходит? Под предыдущие костюмы брали брючки. И представляем вот такой плащ. Пыльник. Моделька трапеция. Полноценный замок. Боковые карманы. Очень интересно сделан накат рисунка на подоле. Интересно на спинке сумочка такая интересно сделана. Модель у нас состоит из двух расцветок. Первая у нас такая нежная хаки. А также я ближе покажу. И качество, что увидели, в черном цвете. Самый яркий цвет. Начну со спиночки. Очень интересно сделан карманчик. Вот такой вот. Смотрите. Ирина, спасибо за поддержку. Вот такой накат рисунка. Сами заметили, модель трапеция, боковые карманы. Здесь идет у нас катон, не плащевка, катон. Очень приятное мягкое качество, сразу вам показываю. Оно с каким-то покрытием, да, Петр? Очень приятное качество. И вот такой вот аксессуарчик, который может создать фантазию моделечки. Модель состоит у нас из двух штучек, единичка, двойка. Две штучки в серии. И еще один элегантный плащ. Смотри, какая шикарная, шикарная моделечка. Здесь у нас идет плащевочка. Представлена представлена двух расцветок. Серебро с черным, черное с серебром. Смотрите, наши модели по-разному сделали низ нашего плаща. Как бочонок утянула Елена и слегка сделала утяжку Руксандра. Поэтому вещи смотрятся совершенно по-разному. Можно интересно быть каждый день. На плаще нежная-нежная жарточка, которая красивый эффект дает этой модельке. А пока девочки у нас переодевают другую модель, я вам покажу вот такой вот легкий кардиганчик. Здесь у нас идет вискоза с эластанчиком. Здесь у нас 92% вискоза. Здесь у нас такая интересная застежечка. Накладные карманы, узорчик вот такой вот сделан, смотрите, вязочка. Также модель состоит у нас из четырех расцветочек. Бордовый, темно-синий, белый и также изумрудно-зеленый. Кардиганчик у нас состоит из четырех штучек серии. Единичка, двойка, тройка, четверка. Здесь у нас размерчики получаются 46, 48, 50, 52. Да, это для тех информаций, кто спрашивал, есть ли норма в нашем магазине. Да, у нас есть норма. А также хочу представить футболки. Вискоза, но идет варенка. Вискозочка, варенка. Вот такие футболочки под джинсики. Идеально под капли на лето. Шикарная моделечка. Вот такой вот у нас идет джинсовый синий индиго. Вот такой нежно-серенький. Мокрый асфальтик. И вот такая Марселла. Моделечка у нас 4 расцветочки. Также уточняю, футболочки, эти варианты у нас по 4 штучки в серии. Наша фирма занимается производством женской одежды больших размеров более 40 лет. Поэтому лекала у нас все проверенные. А это у нас костюм. Смотрите, как можно фантазировать. Можно завязать бантом, таким широким поясом. И есть брюки у этого костюма с удобной высокой посадки. Ткань это у нас хлопок, катон, удобный капюшон в серии 2 штуки.
И у этой модели есть расцветки. Лампасы. Длина рукава регулируется. Можно сделать короткий рукав 3/4, а можно оставить полную длину. Есть удобные боковые карманы. Нам продемонстрировала наша модель. Модель у нас состоит из 3 цветов. Вторая расцветочка у нас белый апельсинчик или назовем его манго. Это у нас вот такой вот картон, хлопок, целлофаном, пыльник. Ведь или платье, да? Можно и платье носить, как вот здесь все завязали. Мы здесь вот, видите, задумка пояса можно таким вот. Сами заметьте, на брючках карманчики боковые. На пыльнике идет у нас, получается, черный лампас. На брючках идет свой оранжевый такой вот лампасик, который очень красиво соответствие получается. Модель у нас состоит из 2 размерчиков, 1, 2. А также у нас есть 3 расцветочка, черная с белым. Здесь у нас точной рукавчик, заметьте. Очень приятное качество, картон, хлопок, целлофаном. Сразу скажу, белые расцветки у нас картон, хлопок, тоже непрозрачные. И представляем повторчики. Кто не приобретал, очень шикарный плащ. Вот как задумка интересная. Впереди вот такая рюшечка, которая прикрывает замок. Состоит у нас 2 расцветочек, черный и вот такой вот горчичный цвет. Модель у нас идет трапеция. Точной рукав. Интересно, на кат рисунка сделан из стразов. И также вот такие буквы, это бархатный накат. Заметьте, на подоле у нас резиночка, затянули, придали необычный вид. Модель у нас состоит из 2 штучек, 1, 2. Также я продолжаю показ футболочек. Это у нас идет вискоза с эластанчиком, с эластаном. И у нас идет варенка. Также под капри, под джинсики, под любые эти можно одевать. Есть вот, смотрите, вот такой сочный красивый цвет. Горчичка. Хаки. Мокрый асфальт. Как заметили, очень красиво сделано на этом. На футболочке. Вточной рукавчик. Качество мягкое, приятное. Также добавлю, футболочки у нас по 4 штучки в серии. 1, 2, 3, 4. Хочу это принять во внимание, что эти модельки идут по 4 штучки. Еще раз, для тех, кто к нам присоединился и пишет вопросы здесь, пожалуйста, по поводу стоимости. Сколько штук в серии, какие размеры, как оплатить, как получить, пишите в личные сообщения инстаграм-аккаунта, на котором вы просматриваете видео. У нас есть специально обученные люди, которые занимаются именно такими вопросами. Рассказывают, показывают, объясняют. А также, кто заметил, футболочка эта же, есть она в коротком рукаве, а также она есть в вот таком длинном рукаве есть. И расцветочки. Вискоза с эластаном. И по 4 штучки в серии. Яркие, стильные, натуральные. Спортшик костюмы. В серии 2 штуки. На моделях, естественно, идет первый размер. Удобные накладные карманы сбоку с манжетом. Высокая посадка брюк. Очень красивое сочетание расцветок, заметьте. Модель состоит из 3 расцветочек. Сейчас мы показываем 2 расцветочки. И я показываю такую нежную 3-ю расцветочку. И ближе к качеству покажу. Очень нежное сочетание цветов. На брючках резиночка. Хочу добавить модель на повторчике. Буквально свеженькая-свеженькая получили. Во всех цветах. Да, наша фабрика продает свое изделие только оптом. Наши модели можно приобрести в наших 4 магазинах.
два из которых находятся в Лалале, один в Османбее, один интернет-магазин. Стоимость во всех наших магазинах одинаковая. У меня к вам убедительная просьба при заказе. Пишите, пожалуйста, имя, фамилию, если вы работаете первый раз, и город, чтобы нам было проще оформлять заказ. Спасибо. Вот такие вот жакетики на платье, на сарафанчике. Смотрите, здесь у нас идет вискоза с эластанчиком. Интересно, вот такой вот кардиганчик. Вот, короче, на сарафан будет идеальная вещь. Нравятся вам наши эфиры, правда же? Пришла модель на повторе. Очень яркий, невесомый костюм, брючный. Ой, спасибо за розы. Брюки у нас широкие, в стиле килот. Модель представлена в двух расцветках. Один краше другого, как сказал бы наш... Мастерку можно носить отдельно. Это и пиджак, и блузка. Очень красивая вещь. Невесомая. Можно сделать стойку воротник. Вещи между собой у нас все сочетаемые. Очень удобные серии. На моделях одет первый размер. В серии всего лишь два размера. И вот такие вот футболочки. Кто еще просит, есть и в длинном рукаве тоже. Заметьте, есть и короткие варианты, есть и в длинном рукаве тоже. Но можно укоротить рукав. Очень красиво сделан на груди. Здесь у нас идет вискоза с эластанчиком. Также есть расцветочки. Знаю, где-то еще снег, еще прохладно. И есть длинный рукав футболочки. Также уточняем, можно укоротить, сделать и 3/4. И еще один костюм. Многие люди очень любят приобретать вещи в костюмах. Смотрите, наш брючный костюм, брюки внизу на резинке. Цвет такой шикарный, хаки. Очень удобный рукав на регулировке. На брюках высокая посадка, карманы. Мастерка у нас здесь идет на молнии и на резинке. Можно регулировать длину. Кто-то любит до пояса, кто-то на поясе. Также хочу добавить, предыдущий костюм тоже на повторе. Буквально вот сегодня получили. Показываем в прямом эфире, чтобы были в курсе. Смотрите, какой яркий цвет. Прям хочется лета, правда же? Туника у нас здесь разнодлинная. На брюках есть удобные карманы. Брюки высокой посадки. Смотрите, какие интересные сделаны разрезы на кюлотах. Пуговички тоже расстегиваются. Разрезы боковые у нас нахлёст. Там можно фантазировать, как удобно. Модель состоит у нас из двух расцветочек, вот такой нежно-горчичный цвет. А также она представлена у нас в черном цвете, фосфорный, черный назовем. Я вам скажу, очень интересно, очень супер-супер моделечка. Очень стильная. На ней такой нежно-нежная сжаточка. Это у нас штапель. Да, все ткани натуральные. Летом без этого никак. Елена, рост 1,76 м, объем груди 95, талия 72 и бедра 104. На модели одет первый размер, в серии две штуки. Элегантный. Очень элегантный костюм. Здесь сделана блуза, как пиджак. Сзади обратите внимание, какой красивый рисунок из ромашек. Пуговички рабочие, брюки высокой посадки. Есть боковые карманы на резинке.
пуговички по бокам рабочие на брюках, они расстегиваются, можно сделать разрезик. Также хочу представить вот такой вот укороченный жакетик. На сарафаны будет идеальный вариант. И на платье тоже. Ведь вечером прохладную погоду очень даже будет классно. Она у нас в черном и синем цвете. На ней вот такие вот вышивки сделаны. Да, костюм у нас один красивее другого. Здесь комбинированная ткань. Брюки наполовину внизу на резинке, наполовину на защипах. Полубанан форма получается. Высокая посадка, две штуки в серии. Жакет у нас, да, длина рукава регулируется. Сетка у нас из хлопка. Ткань у нас здесь катон. И представляем вам костюмчик, смотрите, шикарный костюмчик. Вот такое туничка-платье. Сзади удлиненное, впереди укороченное. На спинке вот такой интересный накатик. Здесь у нас идет хлопок с льном. Очень даже скажу, очень красивая. Смотрите, очень красивая расцветочка. Брючки интересно сделаны в стиле килотов. На них вот такие вот интересные по бокам пуговички. Нежненькая такая сжаточка на них. Модель состоит у нас из две штучек в серии единичка, двойка. Также моделька представлена у нас вторая расцветочка. Цвет один насыщеннее другого. Яркие летние вещи. И вот такая вот горчичка. Заметьте, предыдущие модели мы подвязали, сделали бантик, а здесь оставили в таком же положении. Рукавчик также можно укоротить, удлинить. Лен с хлопком, очень приятное, мягкое качество. Вот такая идеальная моделечка. Супер! Делаем скрин, отправляем свои заказы. Горчица, последние две серии, девочки, кто успеет и заказывает, ваши шансы не пускайте. И представляем вот такой вот комплектик, спортивный костюмчик. Это у нас целиком комплект. Здесь у нас идет вискоза с хлопком. Очень красиво сделано, заметьте, брючки. На брючках свои карманчики боковые. Здесь у нас идет жакетик. Не с капюшончиком, а вот таким вот рубашечным воротником. И окантовочка на рукаве, на воротничке и на подольчике. Очень красиво соответствует с брючками. И очень красиво выглядит этот костюмчик. В серии у нас получается единичка, двойка, две штучки. Также она представлена в двух расцветочках. Получается у нас брючки черные, верх белый. Ну, черное и белое всегда было и будет в моде. А сейчас долгожданная коллекция Гипюра. И первая модель, которую вы так долго ждали, смотрите. Вот такой интересный пыльник, смотрите. Здесь идет гюпюр, очень дорогой, красивый гюпюр, шикарнейший, вот смотрите. Также впереди и на спинке вот такая картон-хлопок-вставочка. Смотрите, как интересно сделана спиночка. Капюшон. И получается, мы сделали вот такую тройку комплект. И вторая расцветочка комплекта спортивного, смотрите, костюмчика в белом цвете. Сочетание с этим черным пыльником очень красиво смотрится. И как я сказал, повторчики и новинки. Делаем скриншотики, кто не успел купить, заказываем.
И вот такой вот интересный комплект. Смотрите, лосинки с туничкой. Очень интересно сделаны лосинки, смотрите. Новинки. Туничка интересная. Сочетание лампасов. Смотрите, какое соответствие, очень красивое. Здесь у нас идет, добавлю вискоза с хлопком, очень приятное качество. И кислотные расцветки, смотрите, дает шикарный вид этой модели. И я продолжаю. Вот такие вот футболочки, смотрите, новиночки. Здесь у нас идет 3/4 рукавчик. Представлено у нас 5 расцветках. На ней вот такие вот треугольнички, сделаны из пайеточек. И расцветочки. Хочу добавить, в прямых эфирах мы показываем поступление по вторчиках, а также новиночках. У нас поступление товара с утра до вечера. У нас нет такого дня, чтобы товар не пришел в магазин. Каждый день с утра до вечера у нас поставка товара. И следующий сюрприз, который все ждали. Опа! Наш гюпировый жакетик. Кружевной, изысканный. Но также можно одеть и под джинсы. Смотрите, как тоже очень интересно смотрится. Стоечка-воротничок. По бокам разрезики, который украшает вот таким бантиком. Вот такой шикарный гипер. И вот такой комплектик мы сделали. Тройку. С футболочкой, с джинсиками и с гипером жакетиком. Еще раз напоминаю, по поводу стоимости пишите в информационный центр. Это написать сообщение в аккаунт Instagram профиля, в котором вы просматриваете наши видео. Все видео мы сохраняем. А также вторая расцветочка. Смотрите, какой красивый манго цвет, назовем его. И вот такой мы сделали тройку комплект. Рубашечка котов хлопок, смотрите. Поцелуйчики, плечики. Рукавчик идеально красиво сделан в виде фонарика. Качество котов, хлопок, целостана. Кто ждал эту модель, пожалуйста, будьте любезны, пропишите, чтобы никого не забыть. А также заметьте, эти юбочки можно подобрать под футболочки, под рубашечки, под разную верхушку. Юбка у нас идет сетка. Сетка мягкая, приятная. Подъюбник у нас сделан из натуральной ткани. И подол юбки, смотри, как интересно, сделан такой окантовочка из картона хлопка. Эти модельки у нас состоят из двух штучек серии, единичка, двойка. Очень легкая серия. И наша следующая расцветка, естественно, белый, 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 как снег сегодня, который выпал на за окном. Мы создали вот такой образ тройки. Получается у нас жакетик. Снизу футболочка интересненькая вот такая. И картон, хлопок, юбочка. Футболка сколько штук в серии? Футболка у нас идет 4 штучки в серии. Жакетик у нас идет 2 штучки в серии. Юбочка 2 штучки в серии. И это с нашей юбочкой, вот это, смотрите, какие можно идеальные комплекты делать. Также я вам хочу сказать, не оставляйте на потом. Делайте скриншот, кому что понравилось. Делайте заказы, потому что, знаете, заканчивает. Мы работаем, наша продукция продается в 90 стран мира. Так что у нас с утра до вечера звонки, заказы. Не оставляйте на потом, просьба будет. Я представляю вот такую вот блузочку. Она идет как и ветровочка, смотрите. Она у нас на замке. Это у нас идет вискоза, варенка. Можно носить как и под верхнюю одежду, можно как и верхнюю одежду. А также есть расцветочки.
Добрый-добрый вечер. Эта модель у нас состоит из 4 штучек. В серии 4 штучки. Единичка, двойка, тройка, четверка. И наша следующая модель. Сейчас несколько. В 2 расцветках. Смотрите, как элегантно, модно, стильно, по-молодежному. Яркие накаты. Высокая посадка. В серии всего 2 штуки. И по просьбе наших дорогих клиентов хочу я показать эту модельку поближе. Еще чуть-чуточку, Петр. Мы ее буквально получили только что. Идеальный вид, спасибо. Кто ждет эту модельку, кто не приобретал, советую. Идеальная модельчка. Очень красивый гипер, заметьте. Размеры в нашем магазине от 48 до 72. А также я ближе покажу и расцветочки. Видели в одетом виде? Вот такой вот белый. Пока наши девочки переодеваются, Петр покажет нам, смотрите, какие шикарные изделия. И белая расцветочка. И удобная серия. Единичка, двойка. 1, 2. Купил и продал. Делаем скрины. А сейчас, кто ждал, пожалуйста. Горячий пришли. Кто ждал? Сюрприз! Ура! Юбка-брюки. 2 расцветки. Одна красивее другой. Удобный капюшон. Горохи всегда были в моде. Здесь у нас идет качество штапель. Заметьте, штапель я добавлю непрозрачный. Очень красивое сочетание бомбера. Смотрите, капюшон на шаблонную вставочкой, которая соответствует карману. А также на белом фоне красный и на черном желтом. И удобные серии, всего лишь 2 штуки. 1, 2. Посмотрим поближе наш костюм. Петр нам все расскажет и покажет. Это у нас вискоза с хлопком. Ближе покажу, качество очень приятное. Смотрите, как идеально сделан подолчик здесь. Здесь у нас утяжечка. Можно открыть, можно пофантазировать, закрыть ее. Также на спиночке идет интересный лампад, который соответствует рукавам впереди и сзади, на спинке и спереди. А также вот такие вот брючки сделаны. Вот, смотри, брючки лосинки. С разрезиком. Тоже качество картон. Хлопок идет с вискозой. Резиночка за счет резинки. Эти модельки сидят хорошо. И посадочка у нас высокая. И наша следующая новинка. Яркая, стильная, модная, разнодлинная. И лампасы есть, и накаты есть. Смотрите, удобный капюшон. И в серии всего лишь 2 штуки. Единичка и двоечка. А еще у этой модели есть 4 расцветки. Одна красивее другой. Алый цвет. Следующая модель у нас. Лайм. Я только не могла вспомнить название цвета. Лайм. Спасибо за помощь. За что? Стараемся. Это трикотаж. Удобный карман. У нас карманы есть практически во всех изделиях. Кстати, вот где идет абстракционный рисунок, кармана не видно. Также представляем 3-ю расцветочку. Добавлю, здесь у нас идет вискоза с хлопком. Приятное мягкое качество. Вот здесь туничка, длина очень интересная. Вот такой под лосиночки. Карманчик накладной, карман. И также вот такие вот накаты, которые добавляют к этой моделечке. И еще одна расцветка. Белый апельсинчик.
также я вам поближе качество покажу и модельку. Смотрите. Вискоза с хлопком. Очень приятное качество. Вот такие вот накаты. Капюшон. Видели в одетом виде, они элегантно. Смотрятся по носинке, вообще шикарно. Также из 4 расцветочек. Расцветки вы видели. И качество и модельки я ближе показал вам. Ну и как же без летних ярких вещей? Открытые плечики. Разнодлинная. Спереди у нас идет квадратиком. А спереди у нас идет овал. Интересно сделан карман. Газета и яркая такая серединка. Лимон. Желтый лимон. Моделька представлена у нас в 4 расцветочках. Мы показываем 2 цвет. Качество у нас идет вискоза с хлопком. Смотрите, очень красиво сделано поцелуйчики плечи. Туничка, длина, смотрите, прикрывает. И 3 расцветочка, фисташка. Заметьте, модельчика подходит и к брючками можно носить, можно и с лосинками. Удобная серия, 1-2. Накладные карманы изделены из хлопок с эластаном. Сама ГД Лайф Свет идет вискоз с эластаном. И газетку также такая же ткань, как Лайм Свет. И 4 расцветочка, смотрите. Красная, черная, белая. Очень яркий цвет, правда? Ничего лишнего. На модели наши брюки. В серии 2 штуки. 1-2 и наша туника. Тоже в серии 2 штуки. 1-2. И представляем, смотрите. Долгожданную. Свитшотик, смотрите. Туничка с капюшончиком. Джинса ТНСЛ. Цветная часть, вискоза с хлопком, с эластаном, карманчики. Смотрите, шнурочек. Затянул. Растянул. Как удобно будет. На Роксандре были одеты наши лосины. А Елена сейчас нам продемонстрирует под джинсы. И 2 расцветочка, спелый апельсинчик. Смотрите, какое красивое сочетание идет даже под джинсики. Под джинсу идеальная вещь. Удобная серия. 1-2. И брючки, и свитшотик у нас состоят из 2 штучек серии. 1-2. И 3 расцветочка. Вот такой красивый, сочный коралловый цвет. Практически во всех наших изделиях есть удобные боковые карманы, что немаловажно. Все ткани натуральные, либо вискоза, либо хлопок, штапель, джинса. Очень много комбинированных вещей. Делаем скриншотики, заказываем свеженькое, красивое, новенькое. И представляем 4 расцветочку, фисташка. На капюшоне есть регулировка капюшона. Моделька представлена в 4 расцветках. Расцветки красивее одна другой. И пока девочки у нас одеваешь модельки, я вам представлю вот эту модельку поближе. Это у нас идет штапель. Добавлен штапель у нас непрозрачный, хоть белый, черный, какой бы ни был. Смотрите, вставочка в капюшоне, какой эффект дает с карманчиком с красным на белом фоне. Это у нас идет бомбер. Также вот такие вот брючки-пилоты.
здесь резиночка, шнурочек. И вторая расцветочка у нас сочетание с желтым. Опять же в капюшоне вставочка вот такая, непростая. И представлена двух расцветок. По поводу платьев. Платьев очень много у нас в магазине. Вы можете позвонить нашим продавцам в магазин и поработать с ними по видеосвязи. А по поводу того, что сейчас будет, для меня это тоже сюрприз, потому как мы получили товар только-только, и вот вам сразу же и показываем. И получили долгожданные наши брючки. Смотрите, на запах. Вот такая интересная, смотрите, имитация запаха. В стиле бока сделана. Такие интересные складочки на брючках. Фасончик модели шикарнейший. Серии у нас две штучки. Единичка, двойка. Так, добавлю резиночка здесь. За счет резинки, значит, на любую талию сидит. И еще одна. И жилеточка. Смотри, шикарная жилеточка. Здесь у нас получается жилетка на пуговичках, полноценной пуговичке. Тенсел джинса качества. Спиночка у нас трикотажная. Резиночка на подольчик. Смотрите, тоже трикотаж. Это бискоза с хлопком. Также, смотрите, жилетка сделал и воротничок рубашечный, а также и капюшончик. Убедительная просьба. Напомните о своих заявках, кто оставлял заказ, кому не досталось, чтобы никого не забыли. И вторая расцветочка. Фуксия. И тоже, вот смотрите, создали образ вот такого вот комплекта. Тройки. Да, наши вещи между собой все сочетаемые. Очень легко подобрать любой образ. И третья расцветочка. Здесь расцветочка меняется в капюшон. Добавлю джинса Tencel. Спиночка у нас идет вискоза с хлопком. Также боковые карманы. И четвертая расцветочка вот такой нежный салатовый цвет. А сейчас на секундочку, пока наша модель будет вам демонстрировать, я хочу прокомментировать одно сообщение. Вискоза – химическое волокно, но не может быть натуральным. Хочу вас огорчить. Вискоза – достаточно интересный материал, получаемый из натурального сырья, искусственным путем. Интересна ткань тем, что она может быть похожа на шелк, шерсть или лен. Это натуральное вещество. Все зависит от того, каким способом оно было обработано. Придумано было довольно-таки давно, в 19 веке. Тело в нем дышит. Используется для производства блузок, футболок, платьев, маек, водолазок. Очень часто используется в производстве женской и мужской одежды. Да, в джинсе есть стрейч. И туничка наша в четырех расцветочках. Пока наши девочки переодеваются, я вам покажу эти модельчики поближе. Здесь у нас качество идет картон, вискоза с хлопком, эластан тоже есть. Смотрите, есть эластанчик, сразу скажу. И можно и под джинсики, можно и под лосинки. И представляем платьечко из новинок, смотрите. Здесь платье у нас состоит из сеточки. Сетка у нас мягкая, приятная, не жесткая. А также базовое платье есть снизу. Новинки. Из новиночек. Здесь у нас получается, смотрите, и морская тематика, и вот такое сочетание цветов. Вставочка на подоле черная. Это у нас идет картон в лопах. Модно, стильно, современно. Вот, смотрите, сколько комментариев. Да, очень много, даже детская одежда из вискозы производится. И смотрите, получили какие брючки. Вообще шикарные брючки.
разрезе по бокам, кнопочки на штанине внизу. Вот такой интересный лампас. Смотрите. Идет тоненькая нежная плащевочка такая, мягкая. На ней вот такая нежная сжаточка. Сжаточка дает очень красивый эффект этой модельки. И резиночка у нас на поясе. За счет резинки такие варианты у нас сидят очень хорошо. Даже интересно сделать, смотрите, вот такой вот замок. Впереди замочек. Наша фирма Darkman занимается... И добавлю, повторчики. Кто не приобрел это платье, советую, получили. Это у нас идет спортшик. Здесь у нас идет вискоза с хлопком. Рубашечный вот такой воротничок у нас. Замочек превращается в стоечку, закрывая замок. Здесь у нас кнопочки по бокам. И смотрите, лампаса очень красиво соответствует на рукавчике с подольчиком. Очень элегантно. И вот такое вот, смотрите, платье. Хлопок, смотрите, трапеция. Расцветка вообще шикарная. Такой баклажанчик, красивый баклажанчик, газетка, смотрите. Полноценные пуговички. Также представлена она у вас. Вот такая еще. Новинки, новинки. Смотрите, какая яркость. Сейчас шикарно. Вточной рукавчик. Большое вам спасибо за приятные отзывы. У нас действительно дружный, сплоченный коллектив. Нам очень приятно быть вам полезными. А также я представлю брючки. Вблизи. Вот такой замок есть впереди. Полная вот эта сзади, на спинке, резинка. Вот смотрите. Здесь у нас идет нежная-нежная сжаточка и очень приятная плащевочка. Разрезик сбоку. Вы где-то видели? Видели, очень шикарно смотрится. И удобная серия. Единичка, двойка, две штучки в серии. Вот такое платье. Здесь у нас идет вискоза, трикотаж тоненький. Очень идеально сделан рукав, сеточка добавлена, вот смотрите. Впереди идет тоненькая-тоненькая эко-кожа, вот смотрите. Накладные карманы. Моделька состоит у нас из 4 штучек в серии. Единичка, двойка, тройка, четверка. Туничка. Натуральный лен. Здесь у нас идет весенний тоненький лен. Идет. Добавлю непрозрачный. Состоит из 2 расцветочек. Вот такой вот нежно-голубенький. А также натуральный бежевый цвет. Сочетание вставочек на рукаве, на воротничке, на подоле дает очень эффект красивой этой тунички. Туничка у нас идет трапеция. Моделька состоит у нас из 4 штучек в серии. Единичка, двойка, тройка, четверка. Платье лен. Натуральный лен, смотрите. Сверху у нас идет лен в платье. Это отдельно. А снизу идет базовый сарафанчик, который выглядывает из подола. Смотрите, какой очень приятный фигур. Сам сарафан сделан из хлопка, нежного хлопка. И наша следующая модель. Это для тех, кто просил более классические вещи, чтобы ничего лишнего не было. На супербаталы. Добавлю, здесь у нас идет натуральный лен. Заметьте, очень красивая окантовочка на воротнике. Гиперчик такой нежный, накладные карманчики, трапеция. Моделька идет, смотрите, баллончиком, очень эффектно смотрится красиво.
Эта модель у нас состоит из 4 штучек, единичка, двойка, тройка, четверка. Также она у нас третья раз представлена в 3 расцветочках. Это у нас третья расцветочка. И тоже добавлю нежная сжаточка на льне. Тоже придает очень красивый эффект. Также я ближе покажу вам. Воротничок. Вот такая окантовочка гюпюра. Красиво нежно сделана. Сжаточка, лен. Накладные карманчики. Так скажем, сбоку она сделана. Оболочка очень красивый эффект дает этой модели. Представлена в 3 расцветочках. Вам показали. И вот такой вот интересный пыль. Смотрите. Трапеция, кнопочки, рукавчик можно увидеть, укоротить, точной рукавчик, накладной карман. Легкий, удобный. Моделька состоит из 4 штучек серии. Единичка, двойка, тройка, четверка. А сегодня были с вами мы. Наша чудесная компания Darkman, которая занимается производством женской одежды более 40 лет. Одни из первых придумали удобные серии 1 и 2. И здравствуйте снова. Добрый вечер. На этом наш эфир сегодня подходит к концу. Мы ждем ваших заявок. На все вопросы ответим вам в директ. Пишите, звоните, делайте заказы. Мы вас любим, ценим и уважаем. И хочу добавить, девочки, у нас 4 магазина, где кому удобнее, можно оттуда заказывать, везде одинаковый товар. Это для вас, наши красивые покупатели, наш труд. Встречимся до завтра. А также хочу добавить еще огромное спасибо вам за просмотры, за красивые слова, приятные, теплые слова, комментарии, звонки. Мы стараемся для вас. Всем спасибо, до завтра.